дорогие друзья! В эфире национального телевидения передача «День студента». С вами Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. Сегодня у нас в гостях две прекрасные дамы – Екатерина Волкова и Татьяна Иванова, наши студентки. Привет! Расскажите немного о себе. Чем вы занимаетесь, чем увлекаетесь? Меня зовут Татьяна, как уже представили меня. Я увлекаюсь фотографиями и обучаюсь на факультете естественно-научного образования. А ты, Катя? Я учусь на факультете физико-математическом. Являюсь комиссаром штаба Чувашского государственного педагогического университета. Также являюсь донором и методистом школы вожатского мастерства. Как у вас дела? Как у вас вообще впечатление от того, что вы находитесь на телевидении? Очень смешанное, очень волнительно и интересно. Что же будет? А у тебя? Да, пока еще ничего не понятно, только начало. Ну, мы рады, что у вас все хорошо. Мы надеемся на это. Мы с Димой уже заметили, что на вас такие интересные куртки, красивые, интересные. Расскажите, что это вообще означает? Ну, это целинки или бойцовки, или строевки, где как называют. У нас есть лычки. У нее комиссара штаба, у меня командир отряда, магистраль. Также у нас есть нашивки. Да, нашивки. Значочки. Мы знаем, что вы представляете движение «Российские студенческие отряды». И мы знаем, что 17 февраля у вас прошел День студенческих отрядов. Расскажите, как вы это праздновали? Что вы делали в этот праздник? В этот день нам организовали очень интересное мероприятие, которое включало в себя несколько этапов и были награждены самые достойные в этот день. Да, было очень интересно. Также в университете проходила акция «Целинка с собой». Да. Ходили весь день в целинке. Да. В этот день в нашем университете можно было увидеть вот таких же красивых, прекрасных людей в таких куртках. Вот, а РСО – это очень такое распространенное движение и очень много мероприятий. В каких именно вы участвовали? Лично я побывала на Приволжском федеральном округе комиссаров-командиров. Это проходило в Казани. Также вот недавно мы съездили в Нижний Новгород тоже на слеты по ФТО. Ну, я тоже езжу на различные слеты, форумы. Была в Нижнем Новгороде. Также представляла Чувашию в Москве на конкурсе Лига вожатых. Ну, это очень высокий уровень. Да, как мы поняли, у вас очень активна студенческая жизнь. Вот знаете ли вы о последних новостях университета? Вот какое крупное мероприятие проходит сейчас в нашем вузе? Мистер и мисс ЧКПУ. Вот все знают, следят, несмотря на то, что у них много дел. Совсем недавно, кстати, у нас проходил первый этап этого конкурса, и это был спортивный этап. И наших ребят проверяли просто по всем фронтам, как насколько они спортивные, боевые. И сейчас я предлагаю нам посмотреть видео, и мы узнаем, как же проходило это соревнование. Ты в курсе, что до лета осталось 105 дней, а до финала конкурса «Мистер и мисс ЧГПУ» осталось 10? Сегодня спортивный этап, и давайте посмотрим, в какой же форме находятся наши участники. Я так понимаю, что в этом году на спортивном этапе у нас дресс-код. Это правда? Да. Но почему некоторые пришли не по дресс-коду? Белые или черные? Я не понимаю, правда. Белые или черные? Белые, конечно. А что сегодня вообще ждет участников? Ну, вообще их ждет полоса препятствий с упражнениями, которые они будут выполнять на время и на правильность. Например, какие? Например, скакалка, планка, подтягивание, приседания. Как ты готовилась к спортивному этапу? Никак. Ну, я сейчас поела плотненько. А на что ты рассчитываешь? На удачу. Ты такой красивый, потому что ты делаешь зарядку по утрам? И не только. Саш, как ты готовилась к спортивному этапу? Готовилась очень комплексно, очень серьезно. Вот, сделала прическу, макияж. Красота спасет мир. Какие подарки ждут наших участников?
Подарки в этом году очень классные. 24 партнера. У всех девушек будут макияж и прически в день финала. У всех будут платья, и парни будут тоже одеты. А обычно они не одеты. Ну нет, мы им даем, получается, костюмы от одного из партнеров, которые у нас будут. Достойно, я считаю. Вы придумали номер на финал? Да, нет, наверное. А ты готова к спортивному этапу? Я ЛФК. Я могу полежать красиво. Ты готов к спортивному этапу? Всегда готов. К спортивным соревнованиям я всегда готов. Только этого и ждал. Ну, хоть кто-то здесь готов. Тебе не хватило второго места в прошлом году? Мне не хватило второго места. Я в этом году перешел на второй курс и хочу уже всем доказать то, что я могу являться мистером ЧГПУ. Я думаю, я готов. Как бы ты назвал это упражнение? Даже не знаю. Круговорот. Круговорот чего? Ног, колен. Круговорот колен. Специально для мистера и мисс ЧГПУ. Когда ты не физрук, а простой филолог. Скажи, как долго ты готовилась к этому этапу? Ну, вообще, конечно, прям к этапу не готовилась, но я уже полмесяца где-то в тренажерный зал начала ходить. Специально ради этого конкурса? Нет, не специально для себя, но в итоге так получилось, что и к конкурсу готовилась. Так получилось, что ты вообще сейчас весь зал тут спортивный порвала, и все девочки просто уходят, ты знаешь, из зала. Ну, я думаю, что они выступят еще лучше. Вообще просто прыгать умеешь? Конечно. Давай посмотрим. Канат, конечно, не получается, но все равно. А садиться на шпагат канат умеешь? Давно не садился, но могу попробовать. Давай вместе. Давай. На шпагат? Я не умею. Ну как вам? Сами бы хотели принять участие? Да, это очень интересно так. Вообще, все университетские мероприятия очень весело проходят, интересно. Масштабом организовывать суд-конгресс, молодцы. Ну вот в спортивном мероприятии не факт, что я поучаствовала, конечно. Как там было сказано, я могу красиво полежать. А каких вы мероприятиях участвовали? В университете. Я ежегодно принимаю участие в День дружбы народа, студенческая весна, которая также проходит у нас на факультете, всякие олимпиады, связанные со школьниками. Ага. А у меня тут кое-что есть. Интересненько. У нас, да, точнее. Да. Вот такая вот красота. Танюша. Да. Вот. Расскажи, что это, кто ты, в каком ты образе, что это было? Какое-то за мероприятие. Какой-то год. Это фотография с Дня дружбы народов. У нас было национальное цыгане. Мы танцевали, пели, все в мотивах цыган. Мы эти наряды... Ой, точнее, мне этот наряд очень понравился. Он очень интересный, яркий и запоминающийся. Дима не видит, Диме тоже покажу. Вот такая Таня красотка. Так, Катюша. Тебе тоже есть. Переходим к тебе. Вот такая красота есть у нас. Что это? Вот. Так, давай, рассказывай. Это тоже фотография с Дня дружбы народов с этого года, с 2019-го. Мы представляли национальность Украина, показывали также их культуру, народ, какие у них есть интересные танцы, песни. Вот такие вообще шикарные костюмы были. Вообще, когда представляешь какой-либо народ, очень сама испытываешь очень много эмоций и перевоплощаешься в этот народ. А еще в каких мероприятиях ты участвовала, помимо ДДН? Ну, также в студ весне. Что, где, когда? Да, вот, кстати, мы не сказали про эти штучки. Про них мы перейдем немножко попозже. И еще про это тоже поговорим. Как? А да. Как вы успеваете совмещать студенческую и отрядную жизнь? Такую активную, насыщенную. Вы успеваете? Да, и там, и там. Везде.
Ну, мне очень интересно даже в этом плане, что произойдет, в каком моменте. Очень волнительно и интересующееся времяпровождение. Угу. У Кати я заметила значок «Лучший боец» 2018. Да, это... Я участвовала в конкурсе в республиканском «Лучший боец» в позапрошлом году. Да. Конкурс включал в себя тестирование и... Представление себя. И да, представление себя, показывание своей папки, своих достижений. Вот. А второй твой значок большой? Второй значок – это... мой педагогический отряд «Чердак». Я в нем состою. Вот. Как давно ты уже в педотряде? С 2017 года. В 2017 году вступила, и вот все еще третий год, получается, третий раз поеду на «Целину». Класс. А ты, Таня, как давно в РСО? Я также тоже 2017 года. Я до этого работала вожатой, но решила себя попробовать проводником. И я уже, получается, во вторую «Целину» поеду проводником в Питер. Ого! То есть тебе что больше понравилось, быть вожатым или быть проводником? Ну, как или сказать, и та профессия очень интересная и очень помогает в жизни, как общаться с детьми, и как уже с более взрослыми людьми контактировать тоже помогает очень. Мне сказали, что когда ты устраиваешься на работу, нужно писать, что ты был в студенческих отрядах проводником. Это значит, да, мне так правильно сказали, это значит, что ты умеешь контактировать со всеми, с любыми людьми. Да. По-моему, очень классно. А нам и нашим телезрителям очень интересно, как вообще вступить в отряды российских отрядов. В ряды РСО. Как стать тоже таким же бойцом, как получить такую красивую, классную куртку? Ну, чтобы вступить в отряды, достаточно подойти к кому-нибудь из комсостава. Например, Таня, вот как командир магистрали, можно подойти к ней и сказать, что я хочу быть проводником, пройти курсы проводников и вступить в РСО. Также и в педагогические отряды можно подойти к любому командиру, комиссару, даже к любому бойцу, и он направит вас уже непосредственно к командиру отряда, и она заполнит все заявления за вас, и вы записали. А я знаю, что ты еще не только вожатишь, но ты еще этому обучаешь. Да, у нас в университете проходит школа вожатского мастерства, и мы готовим вожатых, чтобы они отправились в различные лагеря вожатить. Много сейчас желающих стать вожатыми. Сами придумали слово, класс. Сколько примерно человек сейчас обучается у нас в ШВМ? Сейчас обучается около 120 человек. Ну, мощно. Это много. Но очень здорово то, что так много ребят желают стать вожатыми, потому что вожатые – такая профессия, ну, не каждый пойдет работать с детьми. Угу. Потому что Дима, это очень... пошел бы? Я бы с радостью, но надо совмещать учебу с отрядной жизнью. Бери пример с девочек, они все успевают. Ну, я пока студент первого курса, я только осваиваюсь. Отговорки. Так считаем. Как вам больше понравилось быть самим слушателем или обучать? Ну, мне лично и то нравится. Слушать ты слушаешь более мудрых людей, они тебе наставляют, направляют, а когда ты уже сама выучилась и сама знаешь, как что лучше поддать, и все будет хорошо в этом плане. А тебе, Катя? Вообще, и то, на самом деле, очень интересно, как Таня сказала, потому что, когда ты слушатель, ты впитываешь в себя все вот эти вот знания, сколько они тебе дают, а потом, когда ты становишься методистом, ты сама отдаешь все то, что ты приняла когда-то, и еще даешь часть своего, из своей жизни, практики. А сейчас да. Вопрос, который меня очень сильно интересует, и я думаю, интересует всех учителей будущих. Что делать, если вам задали вопрос, а вы не знаете на него ответ? Как бы и ученики, и слушатели школы,
как? Как выходить из ситуации? У вас такое вообще бывало, что вас спрашивают, а вы не знаете ответ? Ну, по-моему, скажем человеку. Ну, тогда и со мной бывало. Когда перед тобой сидит 50 человек, это... А когда сидит 70, еще сложнее. Еще сложнее. Но всегда нужно, да, уметь находить выход. И думать, девочка, это всегда получается. Да, в любой ситуации можно найти ответ. Какой-нибудь даже, возможно, не с той стороны подойти, но ответить. Ответить рядом. Где-то близко. Так, ну раз мы уже затронули тему вот этих кнопочек, в нашем университете очень любят интеллектуальные игры. Ворошиловский стрим. Да. Дима не был. Я вот не был, но мне очень интересно, хочется узнать все поподробнее. Я как человек, который их ведет, тебя приглашает персонально. В Кате у нас бывает, Танюша тоже не бывает. Нет, я не была ни разу. Вот, сейчас есть возможность побывать. У нас есть два типа игр. Это что, где, когда у нас командная игра. И ворошиловский стрелок, когда вы отвечаете на вопрос с кнопкой, да. Мы сейчас будем задавать вам вопросы. Отвечаем очень быстро, не задумываясь. Вы все знаете. Попробуйте нажать. Прозвучит звуковой сигнал, все загорится, и мы поймем, что кто-то из вас ответит. Всего будет 5 вопросов, среди которых мы поймем, кто же... знает больше. Таня. Вот так, Катя. Мы вместе. Так, начинаем. Приготовились? Мы всегда готовы. Да. Наверное. Первый вопрос. Назовите девиз Приволжского федерального округа. Давай, Катя. Приволжский федеральный самый многонациональный. Это правильный ответ. Самый многонациональный Приволжский федеральный. Опа. Так, Дима, твоя очередь. Так, теперь второй вопрос. Когда сформировался первый студенческий отряд? Давай, Катя. 1959 год. О, да. Молодец, красотка. Сейчас дополнительный вопрос. А куда они поехали? В МГУ был, по-моему, первый слет. Ну, первый сбор, да. В МГУ был, в Москве. Не подкопаться. Видимо, девочки готовились. Катя, лучший боец. Да. Танюша тоже все наизусть знает. Каждый боец должен это знать. Да? Так, вопрос номер 3. Назовите... Так, вопрос номер 3. Назовите имя. Я тянула интригу. Назовите имя командира барабанной дроби Чувашского регионального отделения. Таня была первая. Кашевара Дмитрий Сергеевич. Правильно. Очень было бы страшно, если бы было. Правильно. Опс. Но на этом вопрос не заканчивается. Есть еще пару вопросов. На какой стороне воротника целинки должен находиться целинные кирпичи? Опа, Катя. Так, сейчас. На левой стороне. Правильно. У меня 2 за 2 года. Класс. Танюша, у меня тоже 2 за 2 года. У них все с собой, все подсказки. Это как на экзамен прийти со шпаргалкой. И последний вопрос. Мы это называем на что и когда вопрос с раздаткой. Да. Когда мы что-то показываем. Что означает... Вот эти нашивки. Катя первая. Первая нашивка – это экс-командира. Вторая – командир штаба. Нет, не штаба, отряда. А второй – экс-комиссар тоже отряда. Так. Правильно. Правильно. Расскажем Диме тоже и нашим телезрителям. У девочек нашивки действующих бойцов. Они такие прямые. А это нашивки экс. Они уже ниже вот тут вот крепятся. Да, они маленькие. Эксовка. Вот. Обучаем. Сразу захотел вступить в российские студенческие отряды. Катюш, я знаю, что и Таня тоже. РСО активно принимает участие в донорстве крови. Сдавали ли вы когда-нибудь кровь? Да, я сдавала, но это было год назад. В этом году тоже пойду. Угу. Таня, ты? Катя? Да, я тоже сдаю кровь регулярно, через каждые 2-3 месяца, как получится. Я даже знаю, что у тебя есть какое-то звание, какая-то награда. Да, есть звание активного донора. Получила в декабре за сдачу крови. А вот где можно стать донором? Прийти в центр переливания крови в Чебоксарах. Насколько мы знаем, скоро стартует еще одна акция.
у студенческих отрядов по сбору крови. И я думаю, что все бойцы с удовольствием примут в ней участие. Да, конечно. А насчет Лиги вожатых. Как ты туда прошла? Было ли сложно? Какие-то проходила этапы? Все-таки это Москва. Да, это да. Не хухры-мухры. Вообще, об этом конкурсе я узнала еще в том году, когда, ну, так увидела, ой, там набор идет на конкурс. Но не стала идти, что-то побоялась, наверное. В этом году решила себя попробовать. Набралась смелости. Да. Первый был заочный этап. Первое было, если не ошибаюсь, просто подать заявку нужно было. А потом пройти тестирование. Загрузить свой сценарий. Свою собственную разработку. Да, разработка мероприятия. И, а еще видеоролик. Вот первый этап был видеоролик. Нужно было снять видеоролик о себе. Вот, и по результатам этих трех испытаний выбрались 300 финалистов со всего... Ну, со всего всей России. Со всей России, России, да. Класс. Вот. И вы поехали в Москву. Мы поехали в Москву. Там супер. Тоже были Но в следующем испытания. Году? В следующем... Уверен, что ты приедешь уже с победой. Да. Я пообещала себе и еще там нескольким человекам, что я приеду с победой. Да. Спасибо вам большое, девочки, за то, что пришли. Нам с Димой было очень приятно услышать о ваших достижениях. Нашим телезрителям, я уверена, что было очень интересно узнать о такой организации, как Российские студенческие отряды. Да, и, конечно же, мы хотим вас пригласить на грандиозный финал конкурса «Мистер и мисс», который пройдет 27 февраля в ДК «Ухсая». Мы будем рады всех вас видеть. Спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.